Здравствуйте, дорогие друзья. Этот фильм прям вот вдогонку. Такой коротенький будет ролик. Просто, ну, много пришло комментариев на предыдущий мой фильм. Предсмертное свидетельство глиняного потопа в Риме по работе, очень интересной, сенсационной работе Инны Агафоновой по расшифровке так называемых якобы латинских надписей. На самом деле они, получаются, это русские. И звучание их нам понятно, вот это звучание, когда их начинаешь читать, озвучивать, мы начинаем слышать свою родную речь, да, видоизмененную, сейчас у нас измененный язык, но мы его понимаем. И пришло очень много комментариев по поводу символики дворца Барберини и по поводу, там вот в том числе я показывала ужасные лица в мучениях, и там якобы Джулия, которая рожает. И в конце концов, вот эти муки этой Джулии, в конце концов, у нее там появляется ребенок, лицо ангела. Сейчас мы посмотрим. Сама, в принципе, вот подтолкнула меня еще один комментарий. Говорит, вы видели, что там чудище вот нарисовано внизу под гербом Барберини? Ну и так, сейчас мы это посмотрим, этот сайт. Здесь, по всей видимости, можно просто сидеть и изучать эту символику. Здесь мы многое можем чего открыть. Может быть, кто-то займется этой работой. Вот мы, во-первых, хочу обратить внимание на лицо Джулии, так называемое. Вот там написано, что это лицо Джулии, которая в родах, да, вот ее, она мучается в родах, корчится, и потом появляется такое описание. А волосы у нее именно из-за мучений, они у нее такие растрепанные. Но если мы приглядимся, я вот вижу здесь все-таки разные лица. Они действительно в ужасе. Вот какие-то лица беззубые, какие-то с зубами. Мы видим разные волосы. Даже если они растрепанные у одного и того же человека, они все равно как-то вот стиль у них сохраняется. А здесь мы видим разные и по длине, и по фактуре волосы. Во-вторых, здесь проглядывается некая такой вот крупные такие веревки, которые как бы закручивают, перекручивают вот эту штуку, которая как, ну да, вот как родовые пути, можно сказать, вот голову куда-то, вот здесь вот эти веревки, видите, они здесь проходят, голову куда-то поместили, вот ее вот сжимают или скручивают. То есть это какая-то, это какое-то садистское приспособление для мучения человека. По всей видимости, как многие писали, что да, вот и в конце концов человек умирает, и там вот появляется лицо вот того. Это разве лицо ребенка новорожденного или лицо ангела? Это тоже ужасный какой-то лик, весь такой волосатый, ну и лик смерти. Вот так трактуют многие зрители. Есть те, которые, конечно, берут все за чистую монету. Сказано роды Джулии, значит, это роды Джулии. Сказано ребенок новорожденный, значит, это ребенок новорожденный. Вот буквально так вот понимают и не хотят ничего другого замечать, никаких деталей. Еще одна женщина заметила, что это похоже на родовые пути, потому что она там типа где-то в гинекологии работала, она знает, как выглядит фактура. Может быть, я спорить не буду, потому что действительно какие-то вот схожести есть, но комментарий вот мужчины, который мне прислал, он обратил внимание на другое. Вот если здесь они в три четверти, вот эти вот лики под гербом. Во-первых, эти вот пчелки тоже. Многие считают, что это не пчелки, а мухи. Вот знаете, у меня тоже такая ассоциация. Считаю, что это мухи какие-то, которых уже потом облагородили. И вообще это какой-то вот, что здесь за родовая такая штука, это какой-то агрегат. Агрегат какой-то, в который засунута эта бедная голова или головы. Так, и если посмотреть фас, то действительно это напоминает уже лицо какого-то чудища. Причем они тоже разные. Это, по всей видимости, литье, но вот не по одной форме. Они все разные. И пчелки разные так немножко по фактуре, но вот лики эти тоже. Итак, так что для тех, кто считает, что это действительно роды и вот это вот похоже на родовые пути, вот если бы это были роды, скажем так, вот голова – это родовые пути, то и головка ангела или там ребенка, если это ребенок, она бы появилась, соответственно, вот здесь. Она прошла, а здесь бы оставалась голова Джулии. Но у нас вот эта вот жуткая голова, она на месте других голов. И никак вот не вот здесь, где так называемые родовые пути. Вот если кто увидел из связанных людей, которые работают с гинекологией, и у них вот такие ассоциации возникли. Может быть, это так, но здесь вот нету логики, согласитесь.
Значит, это что-то другое, потому что все остальное притягивает. Вот люди же делали, когда эти скульптуры, они же не просто так их делали. Вот, допустим, три якобы пчелки. Вот именно три, а не четыре. Вот две вверху, одна внизу. Вот мужчина увидел, здесь все-таки лик чудища. Вот глаза у него здесь такие. Здесь совсем постарше, вот брови насуплены. Здесь как бы нос какой-то и непонятное что. Вот это как бы щеки. А вот это как может быть гортань. Вот ну, жуть какая-то. Да, может быть, это похоже на родовые пути, но тогда голова рожденного ребенка, она должна вот здесь была появиться по этой логике. Ну, мне, по крайней мере, так кажется. Вот на что обратили внимание мои зрители. Ну, благодарю за внимание. Это вот просто короткий такой обзорный момент дополнения к фильму. С вами была Галина Конышева. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всех вам благ!